Всем привет! С вами магазин Ванда Мария. Сегодня мы вам покажем наборы от производителя Вальда. Розовый, весенний и яркий. На всех наборах вы найдете по 4 предмета, необходимые для развития малыша где-то в возрасте до 7 месяцев. В возрасте от 2 месяцев ребенок будет развивать концентрацию внимания на объектах. И в наборе яркий и весенний вы найдете вот такие вот мобили. В весеннем наборе мобиль более пастельных оттенков. В возрасте 3 месяцев новорожденный уже способен сосредоточить свое внимание на объекте и тщательно следить за всем процессом, происходящим перед ним. Именно с этого возраста мы рекомендуем начинать показывать малышу разные погремушки, отличающиеся друг от друга по форме, цвету, размеру и запаху. А с возраста 4 месяца малыш уже пытается ухватить игрушку и удержать ее в ручках. Вот такое деревянное колечко будет очень удобно для первого захвата малыша. А в возрасте 5 месяцев малыш уже уверенно держит погремушку и может сам ей потрясти. Теперь будет задача стимулировать у него двигательную активность. Для этого вы выкладываете ребенка на живот и кладете игрушку в недосягаемом для него месте. Этим действием вы мотивируете ребенка сделать первые попытки ползти. Вот такие вот каталки-шумелки есть в наборе розовый и яркий. Все погремушки сделаны из липы. Внутри вот таких вот шумелок горох. В каждом наборе есть неокрашенная куколка с можжевеловыми бусинами. И в наборе весенние и розовые есть вот такие вот колечки. Приобрести данные наборы вы можете на нашем сайте.